Приветствую вас, это авторазбор Гидрач. Напоминаю, что мы выкупаем автомобили по всему федеральному округу по приятным ценам, порой даже по очень приятным ценам. Сегодня в разбор поступила Kia Spectra 2006 года, двигатель 1.6. Вот такой вот неплохой аппарат, можно сказать, легенда. Есть, конечно, следы эксплуатации, время ее не пощадило. Имеется коррозия по нижней части автомобиля. Двери в довольно-таки достойном состоянии. Маленько цепляет крыло. Было небольшое ДТП. Вот. Задние двери. Здесь присутствует шпакля. Возможно, маленько пены. Двери открываются. Арки в плачевном состоянии, можно не обращать на них внимания. Бампер ремонтировался. Левая фара замотовалась. Правая в хорошем состоянии. По правой стороне также двери функционируют. Стекла на месте. Также следы коррозии. На приборной панели у нас здесь 83 574 километра. Датчик температуры показывает. Топливные что-то не очень. Горит аэрбэк, скорее всего, неисправно. Зеркало. Проверим наше зеркало. Зеркало работает. Отопитель у нас работает. Возможно, что-то попало маленько в систему. По поводу стеклоподъемников. Стеклоподъемники работают. С левой стороны также. Торпеда, на удивление, в неплохом состоянии для своих лет. Регулятор издает какие-то звуки, возможно, где-то подклинивает заслонка, либо спал патрубок, не очень хорошо дует. Индикация ближнего света не работает на панели. Поворотники работают. Видимо, где-то лампочка перегорела. Изнутри также дверки открываются. Двигатель работает ровно, набирает хорошо. Ну, отопитель, правда, дует не совсем холодным воздухом. Кондиционер, скорее всего, не заправлен. Ну и в окончании проверим стеклоочистители. Автоматически не включаются. Ну, мотор исправен, и насос тоже. Возможно, дело в реле. Аварийчик работает. Так, продолжим. Сцепление работает неплохо. Динамика мотора довольно-таки неплохая. КПП отрабатывает. С тормозами немножко проблематично, так как отсутствуют колодки, скорее всего, передние, правые.
ЧП работает довольно-таки хорошо. Подвески что-то брякает. Скорее всего, не обслуживали. Но отрабатывает неплохо. Возможно, просто стойки стабилизатора. Двигатель работает неплохо. Есть небольшой шум. Ну, скорее всего, это из-за слегка неровного шкива. Возможно, трет ремень. Полагаю, что так. Охлаждение отрабатывает. Датчики температуры работают. ОБУ исправно. Оптика работает. Ближний горит. Не работает только на приборке. Kia Spectra 2006 года. Двигатель 1.6, замер компрессии, первый цилиндр. Пятнадцать с половиной. Второй цилиндр. 15. Третий цилиндр. 14. Четвертый цилиндр. 14 с половиной.